Всем привет! Вот как мы обещали, будем сегодня готовить утку. Утка домашняя, своя. Нам понадобится утка, яблоки, специи, чеснок и лук для запекания. Майонез, сой. Сейчас будем делать. Сейчас нарезаем яблоки. Они у меня помытые. Пока будем все резать, я уже кусила духовку, чтобы она у нас нагрелась. Яблоки порезали, чеснок порезали. Можно на терке. Теперь берем майонез. 5-6 ложек. 1, 2, 3, 4, 5. Хватит. Высыпаем сюда чеснок. Добавляем сюда специи. Тогда курица у меня, но мы возьмем это. Черный перец. Немножко специи. Сои. Сейчас все это перемешаем. Такая красота у нас получилась. Ой. Смесь мы приготовили, сейчас будем утку обмазывать. Сейчас обмазываем внутри, запихаем яблоки туда, а потом все сверху обмажем. И в пакет. В руках. Яблочки остались, Матвеечка скушает. Сейчас ее будем обмазывать здесь всю. Все, вот наша утка готова. Положим в воду и в духовку. Духовка у нас разогрелась уже. Смотри, как будет здесь.
Ставим на 180 градусов. На полтора часа. Пока утка будет жариться, мы начистим картошки. Утка сварится, потом поставим картошку варить. Жарится? Варить. А, пюре же будем делать? Да. Ну, понятно. Ну все, вот, пока. Время засекли, да? Угу. Будем смотреть, готова, не готова наша утка. И она пока света. Ууу, сколько жилет. Угу. Румяная получилась, да? Красивая. Вот она, наша уточка жареная. Невкусно? Почему? Невкусно. А что невкусно это? Ну-ка дай-ка я попробую. Не то как-то. Так, Маше не понравилось. Сейчас. Вареная вкуснее. Да. Что ей мало? Мне кажется, как-то специи, да, мало? Угу. Но соли как-то мало. Ну ладно, что, первый раз. Первый класс. Вкусно. Надо жене всегда говорить вкусно. Это лапки были такие. А вот сама тушка вообще, вот, яблоки, аромат такой. Вообще классно. Видно, что, ну, может быть, надо это как-то, в следующий раз, если будем так запекать, то это... Замочим немножко. Замочим, да. Фасоли, ну, там специально сделать. Потому что сама тушка вообще классно вышла. Сок яблоки дали, и вообще мясо изумительное просто. Ну, а ножки так, да, суховатые вышли. Спасибо. Как она? Анна Сергеева. А, да, рецепт мы взяли, ну, там, нам написала наша подписчица Анна Сергеевна. Вам большое, большое спасибо за рецепт. Маша пекла, запекала утку первый раз. Так что там кто-то писал. О, увидели рукав первый раз, ну и ничего такого страшного нет. Все когда-то первый раз увидели, ну, случается. Так что утка замечательная вышла. Всем пока. До новых встреч, друзья.